Всем привет, меня зовут Алиса Олейник, и сегодня я вновь приглашаю вас посмотреть на мою конкурную тренировку. И вы знаете, тренировка не всегда начинается с прыжков и даже не всегда с разминки. Сегодня она начинается с того, что я буду ставить сама себе препятствия. Сегодня мне даже повезло, часто бывает, что я вообще сама себе ставлю полностью маршрут или хотя бы какое-то упражнение, но сегодня кроме меня будут прыгать еще другие спортсмены, так что мы, в принципе, поставим вместе, это, конечно, будет быстрее. На этой тренировке я не буду ставить маршрут, я поставлю одно интересное упражнение из трех препятствий, которые можно будет прыгать как по отдельности, так и в связке. Сейчас мне нужно посчитать небольшую дистанцию. Десять восемьдесят. Так, и эта дистанция, тут тоже будет немножко по диагонали стоять. Много вправо держи. Я сначала примерно считаю шагами, но потом я обязательно буду перепроверять себя при помощи линейки, которая вымерена там точно 2 метра, и я обязательно дистанцию еще проверю. У меня сегодня будет 2 чухонца и оксер, поэтому я примерно сразу кладу так, чтобы представить, что здесь у меня будет оксер. И осталось еще обозначить второй чухонец. Точно так же отсчитываю нужную мне дистанцию, примерно 10 метров 80 сантиметров, чтобы у меня была как бы система в 2 галопа. Так, и тоже чуть-чуть по диагонали будет здесь стоять. Теперь я пойду за стойками, оставшимися жердями, а потом буду все выравнивать. Ну, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Так. Поставлю их по диагонали, чтобы еще 2 стоечки потом поставить тоже по диагонали и прыгать как бы в обе стороны. Сразу поставлю высоту, на которой мы будем разминаться, потом, конечно, будем постепенно ее поднимать. Сейчас уже, в принципе, видна идея того упражнения, которое я хочу поставить. У меня 3 барьера, все они стоят по диагонали, немного развернутые. Их можно будет прыгать как по отдельности, так и по прямой связывая. Это довольно специфическое упражнение, так как они развернуты, то есть они будут стоять не параллельно друг другу, и тем не менее я буду преодолевать их по очереди. Поэтому очень важно выставить все так, чтобы стояло удобно, чтобы можно было ехать четко на середину каждого препятствия. То есть мне нужно поставить так, чтобы я развернула достаточно барьер и могла прыгнуть его отдельно, но при этом в том числе могла и по прямой связать все 3 препятствия. У нас теперь есть линейка. Эта линейка удобно и мерить барьеры, да, здесь подписано, уже отмечена высота, там 8 сантиметров, 90 метров и так далее, до 2 метров, соответственно. И мы ей же меряем расстояние. Так, от середины препятствия, у меня немножечко сместится, получается, ряд, но ничего. От середины мне нужно 10,8, то есть 5 раз и... Раз, два, три, четыре. Уберешь, пожалуйста, вот этот синенький? Не, я про заложение синее, да. Пять. Так, ну мне кажется, нормально. И так зайти можно. И вот по диагонали это уже хорошо стоит, да, посередине, если ехать. По-моему, все четенько. Все, отлично. Я пойду тогда отставить второй чухонец. Еще раз себя шагами перепроверю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, чуть меньше 11 метров. И остается поставить второй чухонец. Точно так же от середины и по прямой. Так как они стоят немножечко развернутые, это доставляет сложность выставления дистанции, безусловно.
Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Сюда еще 80 сантиметров. Будет у меня вот здесь. Ой, а ты не можешь? Двигаю сюда серединку. Ты не можешь сесть на него? Не в сапогах. Ага. Прекрасно. Так. Смотрю, чтобы и оттуда я могла прыгнуть. И таким образом тоже могла зайти. И кладу свои любимые мягкие жерди в качестве заложений. Это помогает лошади больше акцентировать внимание на препятствие. Добавляет такую нижнюю границу. А для кого-то эти жерди, так как они яркие, в том числе и являются элементом пугающим, что хорошо, так как на соревнованиях много всего яркого, и лошади должны к этому привыкать уже на тренировках. Еще раз перепроверяю себя шагами. И я готова идти за своей лошадью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 с копейками. Заложение немножечко выдвигаю вперед, чтобы сделать на них также акцент. И теперь, если вы посмотрите со мной отсюда, вы увидите, что эти препятствия составляют одну прямую, только сами по себе они развернуты в диагональ. Но, тем не менее, это все равно, что тройная система между каждым препятствием два галопа или ряд препятствий. Я пошла за лошадью. Вкусняшки авансом уже получили, теперь можно садиться в седло. Стой, 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 стой. И, конечно, так как лошадка только вышла, нужно сначала расшагаться. Я всегда, когда сажусь на лошадь, проверяю, что у меня повод не перекручен, вся амуниция в порядке, чтобы ничего не мешало лошади, и мне в том числе. Некоторые лошади чувствительные, как чело, и если что-то, например, болтается, ее это может раздражать. Поэтому я стараюсь сделать все, чтобы ей было комфортно. Вот так у нас в одном манеже сочетаются конкур и выездка. Посередине стоят препятствия, а вокруг нас мы прыгаем, а вокруг нас выездка выполняет свои какие-то элементы. К концу шаговой разминки я постепенно подбираю лошадь уже, да, беру короче повод, собираю ее. И начинаю разминаться на рыси. Обычно на рысь у меня уходит минут 7-8, по крайней мере, в те дни, когда я прыгаю. Я стараюсь долго не рысить, в этом нет смысла. И также я не делаю много различных упражнений. Я просто разминаю лошадь, гну ее в одну-другую сторону. Могу сделать чуть более активную и более сокращенную рысь. Но, например, уступки, принимания и другие боковые я не вижу смысла особо делать. Боковые и другие упражнения я, если добавляю, то совсем чуть-чуть. Например, я иду по прямой, сделала там пару шагов уступочки и поехала дальше. Потому что я не хочу перегружать лошадь, я хочу, чтобы у нее остались силы на прыжки, и сегодня я делаю акцент именно на конкурные упражнения. И разминка, конечно, нужна не только для того, чтобы включиться в работу, но также это возможность почувствовать лошадь и понять, например, как в каком она состоянии сегодня. Я еду и прислушиваюсь, смотрю за своими ощущениями. Если я чувствую, что лошадь как-то зажата или она бежит как-то неровно, это сигнал к тому, чтобы обратить на это внимание и, возможно, показать врачу, если что-то меня сильно смущает. Но сегодня чело в отличном состоянии, я чувствую, что она бежит, как всегда. Ее ничего не смущает, она достаточно спокойная, даже слегка вялая на рыси, но я уверена, что когда она начнет прыгать, это пройдет. С ней такое бывает, больше всего она раскрывается именно во время прыжков.
Если на соревнованиях мы, бывает, даже меньше рысим по времени, то дома все-таки я стараюсь побольше уделить времени разминке, чтобы лошадь хорошо прогрелась. Это помогает избежать каких-то травм, растяжений и прочих. Я не всегда прыгаю самостоятельно. Каждую неделю ко мне приезжает тренер. Мы отрабатываем маршруты, связки, готовимся к соревнованиям. Но периодически я работаю и сама, мы вдвоем с лошадью. Это очень полезно, чтобы ничего не мешало, именно вот наладить какой-то контакт. Однако в таком случае не надо совсем расслабляться, конечно. Нужно все равно следить за собой, может быть, иногда спросить совета у кого-то со стороны, чтобы вам подсказали, как это выглядит, да, со стороны. И хорошо, когда есть зеркала, как у нас, потому что точно так же можно смотреть, например, на свою посадку или на движение лошади и корректировать все по возможности. Достаточно размялись на рыси. Я дам лошади немножечко отдохнуть пару минут и уже буду разминаться на галопе. С прыжками тоже сначала будет разминка. Я не буду прыгать сначала связку препятствий, я похожу отдельные препятствия. Они стоят как раз-таки очень удобно. Можно ходить такой змейкой или восьмерками. С одной, с другой стороны заходить на препятствия, связывать их, но не по прямой, как они стоят, да, вот по одной линии. И к этому я перейду уже после разминки. На галопе я тоже разминаюсь перед прыжками не очень долго, также в районе 6-7 минут. Если надо, если лошадь активная, можно дольше. Все это зависит от конкретной лошади. Уже под конец галопа можно, в принципе, переходить к прыжкам. Сейчас у меня как раз стоят все барьеры одной высоты небольшой, так что я могу как-то поиграться с ними. Кстати, должна вам сказать, эту схему я взяла из интернета, так что спасибо тем ребятам, которые выкладывают всякие интересные упражнения. Я его подсмотрела. Ну, пожалуй, начнем прыгать. Поменяю направление, зайду еще разочек. Оп-оп-оп. Спасибо. Красный чухонец. Хорошо. Дам чуть-чуть лошадке выдохнуть, и потом я могу зайти на другой чухонец и тут же связать его с оксером, например. В этом прелесть этого упражнения, все барьеры стоят удобно, можно как-то их комбинировать. И оксер аккуратно. Мне повезло, сегодня есть друзья, которые помогают, немного поднимают. Это очень приятно, когда мы стараемся как-то друг другу помочь. А бывают дни, когда я совершенно одна, тогда я слажу с лошади, снова сажусь на нее. И, в общем, постоянно приходится, сначала ставишь барьеры, потом ездишь, потом спрыгиваешь, залазишь снова. Получается такая хорошая физическая нагрузка. Теперь давайте еще сделаю два прыжка отдельных. То есть я, например, прыгну чухонец в угол, потом оксер. А после этого уже будем пробовать упражнение. Немножечко приподнимем, и я уже попробую связать все три препятствия. С этой лошадью
И не только с этой лошадью, я еще сама не прыгала такое упражнение, это очень интересно, но в принципе это та же система, тот же ряд препятствий. Здесь самое главное заходить четко на середину каждого барьера, чтобы вас и не пытаться как-то повернуть лошадь, как развернут барьер. Я бы сказала, что это упражнение, оно в том числе готовит к перепрыжкам, например, то есть чтобы вы привыкали, что в целом по-правильному мы заходим по 90 градусов. Но бывают ситуации, когда вам это нужно, когда вы специально так заходите, не под 90 градусов, а как бы под углом. Это помогает вам, например, срезать в дальнейшем какую-то дистанцию и сэкономить время. И вот здесь уже мы видим, как сложно, когда барьеры связаны между собой. Я зашла, короче, на первый, барьеры невысокие, еще и стоят по диагонали, лошадь тоже по-другому акцентирует внимание. И мне пришлось сильно доехать после первого прыжка, потому что я, получается, сначала сократила ее, а дистанция стоит, ну, достаточно широкая, я бы сказала, обычная дистанция. Попробую еще раз, уже зайти ровнее. Мне немножко добавляет сложности то, что это, конечно, не уличная площадка, а манеж, и он у нас хороший, но все-таки вот именно для такого упражнения повороты получаются рисковатые после. Но ничего, кобыла справляется, так что давайте чуть-чуть приподнимем и зайдем в другую сторону. Мы буквально немного приподнимем высоту, я зайду в другую сторону, если все будет хорошо, я не буду больше повторять это упражнение, потому что нет смысла загонять лошадь. Задача именно в том, чтобы отработать, показать лошади. Я не хочу ставить ее в какую-то неудобную ситуацию. Мне нравится, как она отрабатывает, делает все, что я прошу, поэтому я отстану от нее довольно быстро и лучше еще попрыгаю отдельные связки, отдельные барьеры уже повыше. Здесь была рекомендованная дистанция 11 метров. Я себе поставила чуть поуже 10,80, потому что я захожу с поворота, у меня нет возможности зайти пошире. Точнее, есть, но оно так все, получается немножечко рвано. И по-любому дистанцию нужно ставить под лошадь, рассчитывать. И в зависимости от того, когда вы поднимаете барьеры, если бы я стала поднимать еще выше, я бы уже, скорее всего, раздвинула дистанцию. Пока на такой высоте, я думаю, как раз будет удобно и удобнее, чем было перед этим на более маленьких барьерах. Ай, браво! Оп, оп, оп. Ай-ай-ай, меня немножечко поймал поворот. Конечно, надо стараться подсокращаться. Лошадь у меня быстрая, убегает. Молодец. Мне не очень нравится, как мы выходим после препятствия. Она сильно резко, получается, поворачивает, что может быть не очень хорошо для ног. Поэтому я закончу с этим упражнением и попрыгаю отдельные барьеры. Она задела сейчас оксер, но жертв не упала. В принципе, я не буду даже ничего менять, пробовать зайти заново, потому что на тренировках даже хорошо, когда лошадь, ну, где-то чуть заденет, это не страшно. Я знаю, что, например, моя лошадь на соревнованиях по-любому отработает, а на тренировках любые ситуации это вполне себе нормально. Молодец! Лялечка, умничка! Давай с этой стороны. На, давай. На, вкусняшку. Теперь я свяжу три барьера. Это как раз второй вариант прохождения этого упражнения. Я могу зайти, например, дальний чухонец направо в угол, потом оксер связать, и потом из угла прыгнуть сюда еще один чухонец. Оп, оп, оп. Оп. Ай, хорошо. Оп. Ой-ой-ой. Лошадь у меня немного убегает после препятствия. Она полна силы и энергии. И я сделаю еще два прыжка повыше. Если все хорошо, то можно будет закончить. Оп. Оксер.
Супер. И на этой радостной ноте, я думаю, можно закончить. Мне очень нравится, как кобыла работает. Чуть-чуть у нас, конечно, рисковато бывает получается. Но она ответила, она все сделала. Поэтому ничего менять я не буду. Уже отрабатывать какие-то нюансы можно в следующий раз. Надо порысить после активного такого галопа, и можно будет отшагиваться. Я надеюсь, что вам понравилась наша тренировка. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно, как всегда, до новых встреч. И не забывайте, у нас для вас много еще интересных видео. Например, посмотрите последнее видео про то, как ухаживать за амуницией, ведь это тоже очень и очень важно.